12 утра, а мне говорят: блядь, Наташа, у тебя там что-то вообще какой-то пипец происходит в ТикТоке. Я думаю, ну зайду, посмотрю. А меня обосрало больше 300 тысяч человек. Потому что я очень плохо отношусь к беженцам. Меня могут выселить из своего же общежития с пропиской, блядь, чтобы им комнату мою отдать. Мне что делать? У нас губернатор говорит: а мы готовы принять беженцев. Пожалуйста, добро пожаловать! Я не хочу жить на вокзале, блядь! Пусть сами туда идут! У меня не государственное общежитие! Оно не от универа! Я просто сюда заселилась! А нам говорят: а за общежитие могут выселять, и пофиг, они государственные или нет. При этом они еще умудряются говорить: да вы просто, блядь, завидуете, что нам 10 тысяч дадут, а вам нет. Конечно, блядь, завидую! Вам еще 10 тысяч дадут, а меня из общежития могут выселить. Ни хрена ж себе! Чё ж я возмущаюсь?